Вместо устаревших качелей и карусели у 21-го дома в Северном квартале совсем скоро появится целый игровой комплекс площадью около 1000 квадратных метров. Ремонт детской площадки стартовал 2 недели назад. За это время демонтировали аварийные элементы и заменили асфальтовое покрытие. Сейчас идет установка малых архитектурных форм. Все работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей. Стараемся, да, следовать пожеланиям. Если есть какие-то замечания, пожелания, всегда стараемся учитывать, прислушиваться. 9-летняя Ангелина Беглорян с нетерпением ждет открытия детской площадки в своем дворе, где будет весело проводить время после уроков со своими друзьями. Я очень рада, что здесь будет такая большая площадка. И я бы очень хотела, чтобы здесь была тарзанка. После установки 15 игровых элементов для детей разных возрастов, рабочие приступят к укладке безопасного резинового покрытия. Стоит отметить, что параллельно в муниципалитете обновляют игровые зоны еще по нескольким адресам. У нас запланировано в 2023 году 8 площадок. Это у нас Северный квартал 21, на котором мы находимся, Северный квартал 11-13, ПЛК 37-39, Лемешка 18, Строительная 29, Советская 34 и деревня Корбово, Весенняя 62. Все работы по реконструкции детских площадок в округе планируют завершить к концу сентября. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.